Ну, кстати, качественную продукцию из Поднебесной можно купить в Тюмени уже сейчас. В областной столице открылся магазин профессиональных ручных инструментов «Йонг». Цены могут порадовать тюменцев, они ниже рыночных. А все потому, что товар продается без посредников, напрямую с заводов. Наши коллеги оценили качество. Это аналог детского мира, только взрослый, да еще и мужской. Шуруповерты, отвертки, солнечные панели и светодиодная техника. В ассортименте несколько тысяч наименований. Здесь полезное для себя сможет найти каждый. Работать готовы и с юридическими лицами. В арсенале компрессорное оборудование, сварочные машины, то, чем пользуются, к примеру, станции техобслуживания. Для корпоративных клиентов у нас будет особый подход ценовой политики. Хотя, в общем-то, на сегодняшний день стоимости у нас и так не очень завышенные и небольшие. То есть мы работаем с минимальными наценками, без посредников, напрямую с заводов. Вся продукция, она проходит контроль качества, абсолютно вся, о чем мы предоставим, полученные сертификаты на всю продукцию. Тюменский магазин начал работать сразу с несколькими китайскими заводами, которые делают инструменты для внутреннего рынка Поднебесной. Лабораторные исследования доказывают, что конкурировать могут с самыми известными брендами. Состоялся китайский производство. Внутренний Китай уже давно работал. Мы сейчас решим с Россией рынка видеть, что хорошего ассортимента уступить цены, что надежно, что русские люди, что все попробуют, настоящий китайский заводский товар. Порадовать мужчин качественными инструментами смогут и женщины. Для этого в продаже есть подарочные сертификаты. Иван Стрижов, Екатерина Кальченко, Александр Зосимов, Тюменское время.